Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, сегодня ко мне пришла вот такая вот классная посылка. Прислал мне ее канал Beyblade Club OA. Друзья, поэтому переходите по ссылке, подписывайтесь на канал моих друзей. Ребята снимают школу Beyblade, обучат вас всему интересному. Плюс у них еще магазинчики есть, плюс они еще устраивают турниры. Поэтому прямо сейчас по ссылочке. Вот, но я буду открывать. И да, друзья, что я, в принципе, технически знаю, что здесь, но еще, так, о, как объяснить, полностью не знаю. Вот, но я знаю, что это очень классная посылочка, и она прям... Вау-чики, пам-пам! Вот, и поэтому, чем больше вы к ним перейдете, подпишитесь, тем больше мне всякого пришлют, и тем больше вы всякого увидите. Вот такие дела. Ну что ж, давайте распаковывать. Шла мне очень быстро. Я прямо вот только с почты буквально вернулся, забрал посылку. Так, как ее открыть-то получается? Ага. Мне прям уже... Просто я так резать не хочу. А, может быть, попробовать вот так отрезать? Ну, потому что вдруг я там что-нибудь сверху лежит, и я это самое... Посылка небольшая, но мне обещали, что там прям будет что-то, что взорвет мой мозг. Вот. И я прям на это очень сильно рассчитываю. Так. О-о-о, гайс, вы это видите? Look at this. А я сейчас, знаете, сделаю в стиле крутых блогеров. Я сейчас вот так вот открою коробку, быстро вам посмотрели и убираю. Вот так положу ее. Да, чтобы посмотрели ролик до конца и целиком, если вам интересно узнать, что в этой коробке. Я сам против этого, но если будете смотреть целиком, то вот только так. Вот, друзья, ну что, давайте начнем потихонечку доставать, что здесь лежит. Так, смотрите, ага, тут два пакетика, сейчас, секунду, коробку уберем. Вот, первая крутейшая вещь, о май гад, а что это такое-то вообще, подождите, это Беймисанга Шторм Сприган Калор. О, чуваки, это, короче, браслет на руку. От Спрайзена. Причем, смотрите, какая прикольная тема, что в Японии, да, продаются специальные машинки для плетения фенечек и есть специальные даже нитки. Обалдеть! Вот, да, но это мы отдельно посмотрим эту штуку, я просто сейчас покажу вам ее. И да, видите как, здесь будет много вещей, сегодня просто будет такой анбоксинг-анонс. Вот, а уже посмотрим более детально в других роликах. Вот, но обычно я когда раньше таки видел тему блогеров, они такие, вот анонс, а что-то прикольное показывает, ты ждешь там неделю, пока этот ролик выйдет. У меня же ролики выходят очень быстро, поэтому подписывайтесь прямо сейчас. И скоро увидишь все эти штуки, которые мне прислали, потому что я их уже вижу, они просто бомбические. Ребята, вы сейчас просто обалдеете. В общем, не будем долго говорить про эту штуку, потом на обзоре покажу ее. Дальше. Вот такой просто пакетище с бейблейдами, друзья. Я прям не могу, я прям весь в предвкушении. Так, начнем вот с этого. Фу-у-у-у, друзья, это Гаруда, уникальный Гаруда от Такара... Да, все это дело от Такара Томи эксклюзивно уникальное. И это Гаруда от компании Такара Томи. Там еще наклейки, там еще вкладыш бейлогер. Ну, мы это потом посмотрим. На обзоре отдельно. Дальше, это у нас что такое? А-а-а! Да ладно! Это брелок. Смотрите, вижу уже Вальта, будет брелок с Вальтом. Крутяк. Это тоже Такара Томи, оригинал здесь. Или не Такара Томи? Я просто не вижу логотипов. Вот здесь вот я вижу Такара Томи. А, это что такое? Но в любом случае, это очень классно. Тоже посмотрим вместе. Вот, наверное, вот так мы их посмотрим. Что есть еще? Вот он, красавчик Вальт АО. Или АОЭ Вальт. Фурио, слушайте, ну это очень классные штуки, тоже будет отдельно на них ролик, потом посмотрим, пооткрываем. Идем дальше, здесь, здесь какие-то, так, я не буду вам показывать, не покажу. А, здесь какие-то триетик, и еще есть детальки, давайте начнем вот с этого. Друзья, это Guardian Kirbeus. Нет, не Guardian, Guardian, да, правильно же, или King Kirbeus. Но это оригинал, друзья. О боже, какой он крутой. Какой же он классный. Вы только посмотрите. Конечно же, сделаю на него отдельный обзор. Давайте искать дальше. О, легендарный Сприган! Золотой. У меня такой есть SB-шный, теперь у меня есть такой от Такара Томи. Слушайте, ну классно. Лево-право режим, и они все новенькие, да? Я с Call of New, значит новенький. Классный вообще, супер. Тоже хочу поиграть. Дальше идем. О, оригинальная верхушка от Рактовора, друзья, оригинал, все четко, все как полагается, от Рактоворщика R3. Дальше, рама, вот такая вот идет синюшная рама, очень интересная, прикольная, спасибо, ребята. Дальше идем, наконечник от Край Сатана, владелец его, Циско Карлайс, ну вообще, по-моему, Сайлас Карлайс, неважно, крутой наконечник. Так, получается, у нас есть две верхушки, два наконечника. А где диски?
Камон, где мои диски, ребята? Почему нет дисков? Ладно, я прикалываюсь, и так отлично. О, смотрите, что, это же наконечник от легендарного Blast Genius. И у меня, получается, есть наконечник, есть верхушка, но не особо сильно работает, но тем не менее. И мы можем сделать какого-нибудь Blast Genius. Очень круто. Дальше идем. Что это у вас такое? Вот такой вот драйвер. Это драйвер от Спригана Реквиема, который золотой, который Limited Edition. Итак, Beyblade Club, бро. Я вижу от легендарного, вижу от золотого Спригана. А где Сприган? Где Сприган? Так, окей, я прикалываюсь. Дальше есть Kainax. О, господи, это же Kainax от компании Takara Tomy. Ё-моё, ё-моё. Блин, как классно. У меня есть хасбровские, обязательно их потестируем на роликах. Идем дальше. Я там уже вижу Фафнера красненького, оставим десертом его. Друзья, это оригинальный скрютрайдет от компании Takara Tomy. Причем у него вроде другая расцветка. Я смотрю, мне кажется, он должен быть... Ну, в смысле, они есть разные, то есть трайденты. У меня вот желтый с красным, с черным. А здесь прям очень много красного. И это круто. Но мне кажется, что это трайдент, но это получается какой-то трайдент, который не трайдент. Не то, что не оригинальный, а не из мультика, а просто какой-то эксклюзивный. И это очень круто. И последнее в этом пакетике у нас есть вот такой вот Фафнер из набора. И у него, смотрите, в центре стоит какой-то крутой металлический чип. Да, здесь у него резинки, это классно. Проверим его, потестируем с СБшным, с Фафнером четвертым, с третьим и с оригиналом от Хасбро потестируем обязательно. И у меня еще три пакетика есть. И это очень классно. Это у нас что идет? Подождите. О, чуваки, еще покажу вам такую штуку. Это у нас край Сатан, то есть Сатомб. У нас теперь есть, получается, от него драйвер, есть верхушка. Есть наклейки, есть инструкция и есть вот здесь у него чип. Смотрите, какой-то уникальный чип VBBA. Да, VBBA. Прикольно, что бы это ни значило, это очень классно. Дальше идем. Есть здесь еще Альтер Хронос, тоже золотой уникальный. У него чип его родной. И наклейки еще, и какая-то инструкция. Слушайте, ну это очень классно. Ребят, спасибо огромное за такие подарки. Это прям, я прям в восторге. И здесь у меня еще идет этот самый God Valkyrie белый. И у него какие-то японские иероглифы в центре. И это очень круто. Вот, вот такой сегодня был выпуск. Я, правда, не хочу заканчивать, потому что я прям смотрю на все это дело, я прям понимаю, что будет очень классно. Друзья, поэтому подписывайтесь на мой канал, самое главное, на канал моих друзей из Beyblade Club UA. Вот, и помните, чем больше переходов вы сделаете, тем больше, соответственно, они всего прыжут, тем больше вы всякого увидите. Вот, с вами был лучший ведущий, неугомонный Блейдер. Всем удачи, всем пока, скоро-скоро увидимся, будут новые ролики. Чао-чао.